Сердечко бьется мелкой птахой. Меня вчера попутал бес. Я помню, вас куда-то нахуй послал посредством СМС. С утра перечитал подробно. Там слово «нахуй» 40 раз, и мне ужасно неудобно, и слезы катятся из глаз. Ведь вы и муза, и царица, и путеводная свеча. И я пишу, чтоб извиниться, ведь нахуй это сгоряча, и нет на вас пятна, изъяна, и я к тому сейчас веду, что посылал вас нахуй с пьяну, и я не то имел в виду. Прошу, поймите и простите, напрасно гнев не погасил. Вы не прислали фото Тити, а я вас вежливо просил. Просил и раз, и два, и 300, для вас и пел я, и плясал, но вы не поняли артиста. И вот я нахуй написал, ведь я в вас искренне влюбился, как робкий юноша, ей-ей, я с вами честно поделился геопозицией своей, а вы на это отвечали, ах, мы знакомые едва, короче, в гости не примчали, за это нахуй номер два».